Não é? В принципе, у нас есть хиллер, поскольку он нам поможет против Ракана один, надо один хиллер нам не поможет, нам надо мулиганить. Да, тут еще похуже, да, у нас три нужные юниты против Ракана, это довольно все плохо. Тем более Ракана Splash Shadow. Ну ничего, дек у него классный, не зря он пятое место занял в тот раз. Куча птичек, у него куча юнитов с Аегисом, нам нужно просто должно быть много стал заходить, иначе никак. Ну тут эквипчик, тут мы салим блокаем, следующий ход мы делаем, ну конечно на 3 уже варкрайл, все очень проблемно, но вариантов тут нету. В принципе, вот это довольно хорошо помогает, потому что мы можем Бартоула сыграть на него. Да, тут, наверное, надо все-таки нам сыграть парламент. Нет, лучше Сераф, чтобы не было этого. Ванквиша. Этого нам по-хорошему надо, конечно, оставить, чтобы с птички сбить еще раз Аегис. Ага, вон там как. 8-7. Ну, придется отдавать, на самом деле. Потому что мы хотим тут Харшул сыграть все-таки. Надеюсь, нам земелька придет. Не, земелька нам не придет. Поэтому придется еще раз отдавать еще одну Сераф. Хотя, наверное, это лучше Сераф все-таки. Потому что птички, птичку бьют Ванквишем и нам дико пробьют. То есть у него Ванквиш плюс Слей, да? Сейчас посмотрим, есть ли у него Ванквиш. А, у него Ванквиша нету, кстати. Так что я, наверное, это перегнал. Так, теперь еще и Мейден пошла, вообще замечательно. То есть у нее только слей. 4 слей, 4 торча, нормально. У нас пока нам не дают пятую земельку, да? У нее там куча варкраев просто. Плюс у нее эквипчик сейчас будет дровать он все. Какая-то жесть вообще, да. Да, опять не пришла земля. Сейчас нам будет больно. То есть, если на следующий ход не приходит земелька. А еще Бартоло просто под кучей квипов. Что у нас? 6, 4, 3. А, у нас и так убивает. Да. Ну, не пришла пятая, ладно. Так, то есть пойдем усайдиться. Первая игра. С нам, по идее, здесь водокин это медленное. Спикеры это медленное. Хиллер клоки нам помогут. Не, best of 2, просто best of 2. То есть мистики маршала нам, наверное. Дикей можно оставить. Так, протекты нам здесь не нужны. До двух побед. Дальше. Маршал, мистик мы убираем. Хиллер клок пожить
В принципе, его можно оставить, чтобы пожить. То есть мы здесь, в принципе, нам надо отбить самое начало. То есть оставим один хиллер клок, оставим дикея 2, чтобы пушки забивать. И оставим вот этих вот... Не, этих все-таки 3 оставим. То есть мы сделаем... Блин, одного маршала, наверное, нам сюда. Да, маршал нам 5-й дроп. У нас будет вардена лучше, да. Мистики все равно будут качаться. Деле, да, неприятно, то есть нам надо считать на крич тратить по 2 сала и ремувал. Ремувалов у нас мало, то есть по 2 сала. На блок был, который чувака. Ну, опять же, на 5 маны выйти, чтобы был харшрул. Как сейчас мы не вышли на него, у нас мы нормально, мы бы чистили стол, потом двумя хиллерами захиливались бы, например. И дальше уже разбирались бы с Бартолу с одним. То есть сало уже пришло, там дальше, в принципе, что-то могли найти. Вот я говорю, это может быть то, что я убрал земли, лишний поиск земель, и добавил варденов, чтобы меня не парили праксисы. Странно, хотя мы типа с ним играем, да? То есть, то ли он там пока не подтвердил, то ли еще что-то. А вот все. Нет, плохая рука. Да, тут рука, в принципе, получше у нас. У нас есть Silence, у нас есть сбить Аегис. У нас есть два Silence, отлично, кстати. Сейчас рука намного поинтереснее в плане игры. Нам главное опять пережить раннюю атаку, не дать ему на Warcry, хорошо. То есть хиллер я здесь ставить не буду пока что. Потому что хиллера мы можем сбить Аегис птички, это самое главное. И Аегис Бартола можем сбить. Да я даже пропущу на один. Конечно, может быть опять Hammer of Might быть, и фиг нам что с ним делать на 6-6, да? Придет ли ему опять? Не, Maiden, просто Maiden. На самом деле, я хочу ее, наверное, сразу посалить, чтобы он не квипался. Хотя это может быть и плохо будет. Но если он сейчас начнет, например, там ремувать... Убивать там нас торчами слеями, например. То он будет получать эквипы, и все. Конечно, он может в атаку, нам, значит, надо главное стабилизироваться. В атаку ходить пропускать, это довольно опасно. Да, у него что-то раскачка есть, поэтому пропустим еще раз. Так, конечно, может быть и плюс 3, плюс 3. Да, то есть у него либо торч, либо плюс 3, плюс 3. Либо он мог, например, в сайде у него еще есть протекты, руины. Ну, это не так. Вот под этого я подставлю. И под этого я подставлю. Ну, давай под этого подставим, а там уже посмотрим. То есть, ну, или туна у нас заберет, да, или это спасет Варкрайера. Угу, то есть две карты к одному, это хорошо довольно, ну, мне так кажется. Хотя я, может быть, не прав. Ну,
давайте поставим Варда, но он, в принципе, тупо 7-7 просто. И он может нормально блокать. То есть в этой игре он чисто не загревает их 3 штуки, а просто он за 5 маны 7-7. Чисто хороший блокер. На ремувалу любой крич. У него слей, там без разницы, что титаново. Ага. Плохо, конечно, да? То есть... Ага. Варкрайнутый мечок. Я думал, он 3-3, а тут он с Варкраем. Ну, на самом деле, все неплохо, как нам кажется. Поставим на птичку, чтобы дальше прессинговать. Наверное, сходим в атаку. Если что, разменяемся даже на двух крич, нам вообще не страшно. Хотя там может быть +3/+3 сейчас, и все. А, торч. Ну ладно, 2-1 тоже неплохо. Давай, поставлю опять летуна, чтобы прессинговать. Хиллер я пока ставить не буду. Потому что если выйдет птичка с Аегисом, я собью ей просто Аегис. Или выйдет бортового. Чтобы не было сюрпризов. На стол лучше, да. То есть во второй нам более... Ну и противник не раздался так. Противнику не раздалось, да? То есть несколько крич, мы поменялись удачно с вами по эквипам, да? С Мейденом у нас пришли маршалы с Салом хорошо в начале. И Варден замечательно 7-7 тушка зашла. А у него такой взрывной раздачи не получилось. Как в предыдущей. И по мане мы не просели. Здесь мы хотя бы поиграть могли. Я думал, ничего, стадии не надо менять, поскольку раз уж мы меняли сюда, то все должно быть нормально. Тут, мне кажется, тяжелая рука, хоть Ванквиш Дикей, но нам ранее нужна игра. Нам нужны маршалы. Ну, ладно. Чуть-чуть получше. Ну, нам надо третью манку. О, отлично, у нас пришла третья манка. Сможем кого-то посалить, можем Серафа, потом на нее хиллер клок, допустим, сыграть. А если мы на эту сыграем, да, он будет 9-9, мы на 9 похилимся. Вот этого я, наверное, сразу посалю. Потому что он все, им не будет что ставить, сейчас в атаку пойдет, да? И варкрайнит лишний раз. То есть, ну тут нам можно меняться, в принципе. Можешь. Не, можешь. То есть тут в БО2 ты после первой игры можешь менять, и после второй игры можешь менять. То есть такая дилемма. Нам надо ли сюда кидать, чтобы она стала на 6? Нет, все равно, если у нее мечик 3-3, мы ничего не сделаем. Поэтому мы дождемся один ход, поставим Вардена, а потом Вардена уже зачаруем, похилимся на 9. Просто я под него готовился, он готовился, видишь, не сильно раздало. Я пока не вижу смысла, что мы могли поменять. А если там до 3 побед, потом в топе 8, ты можешь после второй игры только начать менять. Ёшкин кот. Дракошка. Это облом. Так, ну я сначала, наверное, все-таки похилюсь здесь. На девяточку. Хотя, наверное, можно было птичку поставить, и она блокала бы дракошку. Нам, по идее, надо... У нас 8 сала, одно есть, нам найти бы еще одно сало. Вот и анблок был пришел. Ё-моё. Три, два, два, два. То есть у него как раз на 9. Но он разменяется всеми? Вряд ли. То есть теперь у него просто лын такая страта, он нам должен запинать.
Тут придется стараться. Не важно, что там ему раздали. Тут надо все блокать. Да, отлично. Хорошо, всем полет чарш раздал. Ну, это не так страшно. Дикей, дикей, дикей. Блин. Сейчас какой-то fast spell. Но все равно 7 блокировать надо. Поэтому идем 7 в атаку. Думаю, нам не снесет за один ход 14. Не будем оставлять дикей. Бля. Так, у него два блокера, 7 хп, да? Соответственно, кого он должен заблокать? Два блокера всего. Да, идем в атаку. У нас Stand Together пришла. И мы ему проходим еще. Так. Отлично. Первую мы сделали. У меня аж так сердце стучит, прям пульс бешеный. Черт, надо хоть пульсометр одеваем, я на велике так на гонке сердце не тучит, как здесь. Ну что, поздравляю, первую мы одолели против крутой деки, в принципе, довольно. Соответственно, сразу мы удалим сайдборд первой игры, чтобы она нам не мешалась. Так, и поскольку у нас с вами там 6 туров, то нам, в принципе, не нужна лишняя, как... Седьмая. Да, седьмая нам здесь тоже не нужна дека. Все, можно чуть-чуть передохнуть. Надеюсь, вам игра понравилась. В принципе, нам хорошо зашла как раз Healer's Clock, сайдовая карточка, да, мы сделали тушу 9-9, отхилились на 9, хотя там был и дракончик, и Бартолла, и это 9 хила, и эта тушка смогла его пересилить, тупо передамажить.
принципе, уже много народу сыграло, да, сколько у нас осталось там. Раз, два, три, четыре игры, учитывая, что мою не поставили, после моей еще сыграла парочка, так что, наверное... Надо сменить название стрима, потому что подготовка закончилась. Да, осталось еще две игры. Lunex, Flash. А, еще Scrat играет. Тут прикольно, тут есть ETS-ки, потом каждые два сезона, если кому интересно, проводится Invitational турнир, так называемый. То есть туда идут топ-2 игрока точно попадают, которые с ETS-ок. Плюс там есть Last Change турнир, так называемый, такой более крупный, там даже какие-то спонсоры иногда бывают, в принципе. В ноябре они вообще планируют типа чемпионат мира устроить, так называемый. То есть, ну, в принципе, там на странице, если вдруг кто-то планирует играть в ближайшее время, да, то вот у нас, как я уже говорил, страница ETS турнира. То есть там написано, да, все, что о турнире, где регистрироваться, что там легально, ну, в принципе, все, какие турниры бывают, расписание, как зарегать деку. Да, там сколько до следующего турнира осталось, какие турниры бывают, там, правда, все на английском, правила, все так, все такое. World Championship, 6 Invitational чемпион, 1 Mid-Season Major чемпион, 8 Series Point Player и 1 World Wildcard Player. Вилдкард еще будет в 11-12 ноября, турнир из 16 игроков. Угу. Короче, вот. Не знаю, что из этого будет. Можно поиграть, правда, я редко, получается, на турнирах играю. Потому что второй раз всего за целый год практически. Да? Ну, конечно, турниры поменьше, они полгода точно проводятся все. Кстати, вот есть ты еще здесь, Мих, да, который Михаил 100, в том же самом, в дек-листе, который там вот как бы был, вот где у нас куча всего, там есть Чарльз Контрол от Брэди Кина, Брэди Кин, в принципе, топовый игрок, там вот как раз есть изменения у него, да, то есть если ты зайдешь в эти док-листы, найдешь Чарльз Контрол от Брэди Кина по поиску через Ctrl-F. А вот эти еще раз напоминаю, вот как раз по этой ссылочке, если зайдешь, как раз выйдешь. Да, вот через поиск она вроде настраивается. Не, ну найдешь через Ctrl-F, короче.
Чарльз Контрол и Брэди Кина, там как раз у него вот 4 Коттона есть, 4 Эллен Чойса есть. Тогда еще инфьюзер есть. То есть вот это сейчас такой оптимальный этот. Видишь, на турнир человек пришел с этим билдом. Поэтому им можно вполне играть и собирать. То есть Брэди Кин известный турнирщик. Вот, пожалуйста, тебе лист, как ты хотел, если ты еще не ушел. Или там до 50 минут, да, 45 минут, то есть мы еще 10 минут отдыхаем как бы. А, вот если вы хорошо пиранглийский знаете, вы можете смотреть на Твиче канал официальный, который Ренгия Торнул. Там все время комментаторы просто отлично все показывают, все рассказывают. Поэтому как бы я вам, если вам интересно и вы немножко понимаете в игре или немного понимаете в английском, вот засмотрите ссылку на этот сайт. Да, есть ОТК, но она чисто фановая, она нестабильная. Там раз из 10 она, например, там сработает. То есть я знаю только одну. Ну как ОТК? Есть, может быть, там ОТК, что в один ход убить и раскрутиться, например. Ну там, в принципе, можно там есть такие фановые, типа стрэнджеров навалить через варп, всем чарж полет раздать, там убить, например. Либо который инфильтрейт гансмит комбо есть, который, ну вот у меня даже она есть. Ну она такой чисто фан дека. Сейчас, инфильтрейт гансмит комбо. Она просто тут много карт надо для нее, чтобы она сработала, да? Вот она, инфильтрейт гансмит комбо. То есть прикол какой, у нас есть Гансмит, он говорит, когда он выходит на поле боя, каждый крич делает один дамаг игроку. Дальше у нас есть Геральт, который говорит, когда он делает дамаг игроку, играешь спел бесплатно. С кладбища. Потом у нас есть Спаймастер, он говорит, кричи может инфильтрейт делать бесконечное количество раз, то есть не пропадает он. И есть Mirror Image, который копирует кричу. То есть, соответственно, у тебя на кладбище Mirror Image лежит. На столе у тебя Кабал, Спаймастер и Геральт, да? То есть выходит Гансмит, то есть они все троем бьют на 3, получается, в чувака. От того, что он бьет, у Геральта срабатывает инфильтрейт. Он поднимает Mirror Image, копирует Гансмита. Входит копия Гансмита, опять все бьют, поскольку Спаймастер дает бесконечный инфильтрейт. Вингеральт опять с кладбища поднимает Mirror Image, копирует Гансмита, их так на 3 копируешь, на 4 копируешь, на 5, и просто так, ты постоянно Гансмита копируешь, он при входе триггерит Геральда, тот поднимает копию, и еще раз так. Вот это ОТК комбо такая есть. Такая самая известная ОТК, можно сказать. Ну, она, видишь, она на 4 картах. Вот такая ОТК есть. Плюс есть такая Big Combray, так называемая водокомбо, которая на, там, в принципе, так оно, как сказать, ну, она крутится, в принципе, ну, чисто все бафает друг друга, земли побольше дровываешь, но она тоже может убить в один ход водокомбо, только там немножко сложнее. То есть у тебя, допустим, ну, там уже, знаешь, просто нельзя из ничего так убить. То есть здесь у тебя, например, там есть, например, Мистик, да, на столе, там, Водокин, который говорит, земли все получаешь Destiny. Короче, Маршал тут за 15 все убивает. Но тут смысл такой, что ты, например, ставишь Водокина,
И как-то просто... Ну, короче, я не буду сейчас подробно рассказывать. То есть ставишь ситуацию на столе, и ты можешь продровать себе всю деку просто. Абсолютно всю деку ты себе можешь продровать. Соответственно, когда играет земля, Водокин качается дико там 30-20-20, да, 20. Мистик качается там 30-30. Плюс ты себе делаешь кучу маны просто, дровываешь за один ход всю колоду, и играешь маршалом ультимейт, всех убиваешь, и чуваками 30-30 ходишь в атаку. Соответственно, если ты не рассчитал, то ты проиграл, поскольку ты продровал себе всю колоду сразу. Она и так нормально играет, но тут есть вариант так закрутиться, например. Как один из... Он редко бывает, но можно закрутиться. Вот в основном из таких вот известных две. Причем Водокин нормально играет. Она тяжелая, она очень дорогая. Она самая дорогая колода, в принципе. Она 80 тысяч где-то стоит. А Гансмит, она просто прикольная. Возможно, еще что-то напридумывали. Вроде еще это... На Стрэнджерах напридумывали комбу. Там типа варп. Стрэнджеры получают варп, когда ты играешь стопа. Плюс там варп-форж, который снижает количество варпа. И Стрэнджер, который дровывает карту. То есть ты играешь Стрэнджера стопа. Варпом он ставится бесплатно там за 0 маны. Дровываешь еще Стрэнджера. Там дровываешь землю. То есть задровываешь всю колоду. Достаешь в итоге Стрэнджера, который дает полет и ускорение. И просто за один ход 7 в атаку уходишь. Где-то там на Eternal Warcry есть. Я вот эти две знаю только. И пробовал которыми играть. Ну, второй тур. С кем мы там? Чё-то я... А, Секс Кирби. Мы как раз с этой водокомбой, скорее всего, играть и будем. Сейчас посмотрим. Экс Кирби. А, нет. I'm afraid I've got some bad news. Кстати, мы как раз будем играть вот с этой комбой ОТК. Gunsmith, Mirror Image, Геральт и Spymaster. То есть, прикинь, на турнире чувак играет вот этой декой. Мы как раз будем играть против Экс Кирби, против апгрейженной версии вот этой деки, которая убивает с одного хода. Ты сейчас можешь это воочию увидеть. Ты здесь найдешь моего соперника в этом дек-листе. Вот это жесть. Вот это жесть. Только ты спросил, и вот нам подвезли оппонента такого. Реально, я ни разу не видел, чтобы они на турнирах играли. Но она может, то есть она может в один ход убить любую колоду. То есть вначале как-то контролишься, там, например, убиваешься, там, лайтинг штормы, дестачеры. А потом Брикс. Там Bad News у него еще. Ё-моё, это карточка, которая говорит, ваши крищи могут атаковать еще раз в этом ходу. Ема. Вот это жесть. Это пипец. Слушай, я сейчас даже нас убьют в один ход, я не расстроюсь. Я хочу это посмотреть, как на турнире все это происходит. Да со временем просто играешь, и тебя просто само вдалбливается. Так ты не кажется все это ужасно много, а поиграешь так и все это. Это будет веселая игра просто. Против нас комбо дека. Редкость такая. Кирби тот еще чувак. Вот он в тот раз водокомбо играл, как рай на предыдущем турнире.
Я не знаю, даже больше волноваться или нет. Если дека не раздаст, она вообще фигня. А если раздаст, я вообще ничего не сделаю. Просто он нас на пятый ход убьет. Дека реально может на пятый ход просто убить тебя. Не важно, что у тебя там есть, просто на тебе и все. Ладно, на шестой ход, потому что ей надо поставить на пятый ход. Эти стоят по 5 маны, что Геральт, что Гансмит стоит по 5. На шестой ход она, да, да, на третий что-то. Это Recurrent Nightmare. То есть она обычно в Counting Scream играет, как дополнение. То есть где у тебя там Гаргоны, плюс Бисколлеры, плюс Counting Scream и дополнительно Recurrent Nightmare еще вот это вот. Это Counting Scream, смотри, деки, название. То есть они часто там лежат. Я надеюсь, нас Twitch только не палит. Будем надеяться. По идее, надо по-хорошему делать плюс 2-3 минуты, да, на трансляцию. Ну ладно, ничего страшного, надеюсь, мы будем верить людям. Я чужие не палю чужие твичи, когда они там стримят. Поэтому. О, раунд 2 начался. Поехали. Ну давай, комбо-дечка, это будет жесть. Причем, мне кажется, нам даже сайды здесь никакие не помогут. У нас, в принципе, перекомбить ее не надо, как водокомбой, например. У нас средняя игра нормальная. Эквипов нету. Stand Together больно не нужен. Зато у нас поможет реалити Варден, и они запрещают выходить карты из грейва, поэтому... То есть тут у нас кор-карты против этой деки. Это маршалы, которые дают сайленс, валькирии дают сайленс, и реалити Варден, который говорит, карты из грейва не выходит. То есть, соответственно, эта комбо не сможет. Если у нас стоит Варден, Геральт не сможет кастовать из грейва Mirror Image. Дарк Ритер нам поднять не сможет. Лайтник Шторм нам здесь не сильно страшен. У него, соответственно, есть Кобальт Ринги, чтобы все дискардить, но... Возможно, нам здесь нужны протекты будет засайдить, поскольку у него Дестрайки, Скрапта, Аск. Лайтник Шторм, Аннигилейты. Так что Триварна нам дают такую теоретическую защиту от его комбы, которая убивает в один ход. Плюс они аннигилейтом не убиваются, то есть у него получается 3 дестрайка только смогут убить его. Чем пермафроста нету, но в принципе нас пермафрост не парит, главное, что обилка хорошая. Что-то он нас долго думает. Или у нас игра зависла. Так, тебе пришло что-нибудь в чат? Скорее. Просто я проверяю. Его стримит.
Короче, типа они как-то смогли через Steam зайти там, и сейчас нас будет транслировать, нашу игру будет транслировать на официальном канале. Поэтому у нас сейчас задержка перед игрой происходит, я так понимаю. То есть, если хотите, можете посмотреть на официальном с комментарием. Там плюс 3 минуты. Ну, в принципе, вы там увидите его карту, обсуждение комментаторов. А я скинул вот этот RNG Eternal официальный канал. Ну, ты легко его найдешь, там прям 200 просмотров с лишним сразу. Там прям, а вот выше ссылка в чате есть прям. RNG Eternal. Как и сайт этого. То есть, ну, суть того, что он нам написал, да? Только не подсказывать, правда, там плюс 2-3 минуты. Но не говори, что происходит лучше. Ну, первый мы пока 2-1 выиграли против Bartolos Play. Но это у нас всего лишь этот, второй турнир. В том турнире я 3 выиграл, 4 проиграл из 7. То есть, так себе посредственно. Сейчас пока одну выиграл, ну 2-1 со счетом. Как они делают это, да? То есть они приостановили игру, получается? Или он приостановил игру, здесь типа нету такого перехода хода, может дружеской? Я просто дружескую партию, мы с другом быстро играли, может быть здесь типа можно это, ничего не нажимать и ждать? Что-то довольно долго, ну ладно. Потом все посмотрим в этой записи, что они там скажут, как мы лоховски играем. Я не знаю, они, по идее, себе согласия не давал, то они, соответственно, мои карты вроде бы не видят на стриме, видят только его карты, а мои только дейки плюс все такое. Я не знаю, может быть, они через Steam могут подключаться, я просто никогда не ставлю эту галочку, типа с ними, то, что они тебе там напишут, да, что-то там, через как-то через Steam Profile подключатся, ну... У меня английский разговорный не так хороший. Я читаю нормально, а разговариваю не очень. Поэтому надо с людьми общаться, плюс еще что-то. Да, его, короче, попросили, с ним связались, что не начиная игру, сейчас, типа, будет стрим. Все, короче, он говорит... Поехали, ребята. То есть деку мы его знаем. Это ОТК комбо. То есть нам стало нужно только на ключевых его крич. У него комбо в наштой ход крутится, если мы ничего не поднимем, и он все поднимет. Да, нам не приходит земелька. Нам здесь нужно на 5 земель выходить побыстрее, чтобы 2 зеленых и было 5 земель.
То есть стюарт будет довольно блочный, но сало в стюарт я пока давать не хочу на самом деле. Отыграем птичку, попробуем его по воздуху начинать. Прессинговать. Соответственно, продолжим мы держать воздух как бы. Нормально похилился, но у нас пока 7 атаки по верху. Плюс еще 2 сала, чтобы верх освободить. Правда, у него на 7 ход есть комбо. Вича плюс молния, как в фильм контроле. Дальше выставляем воздух. То есть, конечно, попадем на комбу, мы всех юнитов мы, конечно, потеряем. Но куда деваться, да? То есть за 2 карты он нас всех заберет. Нам его надо побольше напинать сейчас. И по идее дождаться 5 для харшульчика. Или бы дождаться вот Stand Together, кстати, на самом деле. Mirror Image. Ну, пошел Gunsmith. Пошел дров. Вот вам и комбо заход, да? И, соответственно, сейчас, если у него приходит Кабал Спаймастер, он нас убивает. Надо, приходит Кабал Спаймастер. Эти все идут в атаку, и все, и оно закручивается, потому что Mirror Image есть на грейве. То есть нам 2 таких нам сало не поможет. Соответственно, нам надо ходить в атаку чисто. То есть если он заблокает... Да, и теперь надо чистить стол, чтобы он не закрутился. Конечно, не хватает дикоманки одной. А, и эти. Однако. Ну ладно, мы надо нам одно. Хотя надо было сразу салить одного ети, потому что сейчас выйдет Gunsmith, все стригерится. То есть так мы салим одного, было чем двух, то есть он берет одну карту всего. То есть было чем двух, чтобы он его, да, ничего не подровал. Нормально у нас хиллер, в принципе, это лишний блокер. Я думаю, нам надо атаковать, потому что он в 3 ходах сидит у нас. А мы все равно помрем, если что, не отблокаем. Там на шту и тогда мистика не привезли. О, Варден, вообще замечательно. Мы, наверное, сходим в атаку всеми.
Потому что у него сколько здесь? 4 урона всего на самом деле, поэтому ходим в атаку 7. Можем сделать stand together, но мне кажется, это... Давайте для верности сделаем stand together, потому что вдруг у него будет вича плюс это, и нам стол почистят весь. Поэтому мы сделаем stand together, чтобы не было молнии плюс этого. Иначе мало ли чего, мы варно потеряем весь стол и проиграем. Так надежнее, он все остается в 4 хитах, ему что-то надо делать. Теперь не защищены, можем поставить вардена, и нам уже на комбо будет плевать свечой. Вот, а то была вича, и потом молния после этого. То есть вот на всем по одному хп, и молнию получили. Копи имидж. Ага, там все равно типа получается, да? А, и Lightning Storm. Вот оно как. Теперь ему что-то надо с этим сделать. У него только Death Strike. Да, сейчас подровывает, подискардит, нашел Death Strike или нет. Нашел, смотрите, ремувал нашел. Прикольно. Теперь ему надо каждый ход поднимать ремувал. Ну, точнее, в двух картах ему надо находить ремувал. Похилился на одну. На самом деле у нас пришла земелька, да. Фух. Вот вам эта комба, да, прикольно стреляет так. Ладно, смотрим сайт, какой у нас тут есть. Сайтбор 2. Но мне кажется, нам здесь ничего не нужно. Нам не нужно здесь ни хиллер клоки, не нужно ни водокины, да. У нас все, в принципе, нормально. Ни stand together, ни дикеи. Мне кажется, нам надо идти базу версии, потому что у нас... Хиллер Клок от игры, Voice of Speaker. Ну, может, конечно, Водокина с Voice of Speaker, например, сыграть. Но у него быстрый, у него комба быстрее, чем наша. Поэтому нам надо на него как-то реагировать. А седьмой ход мы мало тянем, поэтому я, наверное, оставлю эту деку в базовом варианте. Потому что мне она и так нравится, да? То есть Stand Together один еще, может быть, добавить. Возможно, да? Ну, у нас все равно хотел Creature оставить. Поэтому нет, я оставлю базовый вариант. Да, спасибо. Садиться мы не будем. Mm. Что, была вич-комбо, да, только видишь, он тебе все равно разыграл. Блин, это офигенная рука, если нам придет 4 и 5 маны. В принципе, на самом деле, давайте мы рискнем, потому что у него дека медленная. Он нам 4 хода с вами точно даст. Будем надеяться, что мы найдем 2 земли за 4 хода. И надо будет сейчас, ну, плюс-минус будет хорошо. То есть это, конечно, опасно оставлять, но колод, как видели, медленная. То есть ему что-то надо поделать. То есть нам 4 хода запас есть точно. Плюс нам нужны... Ах, хотя... Так, один раз не пришло. То есть нам бы сейчас расставляться, конечно, начинать. То есть я очень рискнул, потому что колода хорошая, я считаю, у нас этот, Титан и Хиллер. То есть у нас стопит Летунов, стопит Грейв и просто хилится и блокает от всего. Да, ну ничего, мы так еще сыграли, да, на следующий ход мы поставим Хиллера. То есть у нас блокер, антифлайер и антигрейв. Ну, Хиллер пока рано, давайте мы поставим Серафа. И будем ей еще ходить в атаку. Потому что хиллер не так хорошо в атаку ходит. Плюс там аннигилейт, аннигилейт. А, аннигилейт и здесь не страшно. То есть у него на седьмом. На седьмом. Ну, у него может быть на пятый, на шестой ход
комбо минус один, на что на пятый ход минус один семь, на что молния может быть. Поэтому надо внимательно быть. Соответственно, мы ходим в атаку, да. И мы хилером лечим его, снимаем с него Аегис, на всякий случай. Потому что нам 2-5 крича вообще не нужна сейчас в этой ситуации, а Аегис снять, это хорошо. То есть у нас, в принципе, 3 крича есть, можем подавить на самом деле немножко, посмотри. Вот, Вича, это первый ход. Соответственно, на следующий ход у него будет молния, поэтому нам придется всем идти в атаку, иначе мы все просто так погибнем. Причем, я думаю, нам здесь надо поставить Сераф и подроваться. То есть этого мы еще успеем поставить. Конечно, можно было его поставить, сразу задавить. Да, кстати, я, наверное, ошибся, надо было ставить 7-7, мы его в два хода убивали бы. Ох, пана, гифт. То есть мы дискардим все карты в конце хода. Ну, здесь просто... И мы подровываем земельку, лишь потому, что мы уменьшим количество земель в деке. У нас так с вами 7 земель, поэтому мы подровываем, чтобы у нас была на одну землю меньше. Соответственно, следующий ход. То есть, что у него есть, чтобы все это убить? Комбай, Лайтинг, Шторм плюс Вичин, Вича. Но Вичи у него всего лишь 2, поэтому одну он заюзал уже. Пати есть. На самом деле это радует. Ну как радует? То есть, ну, конечно, один ход он ждет, но мы просто... Жалко нам не земля, а то было бы вообще просто жесть полная. То есть, ну, менять надо всех, даже 2-1 надо ходить в атаку. Потому что нам надо разменять побольше крич у него. Плюс Сераф у нас с трэмплом, да? Чё сейчас, он найдет два ремувала? Если найдет два ремувала, будет очень печально. А у нас на урон нет ничего напрямую с вами. И маршал, например, с флешом мы подержать не можем, чтобы в конце хода выставить, сходить в атаку, поскольку на нас гифт висит. А дикея у нас нету. Ну, в принципе, никто не... Ну, нашел ринг, он будет сейчас дро дискард делать. На самом деле мы сейчас ходим в атаку, и потом, если он Сераф не убьет, да, он отхилил себе еще, то есть если он Сераф не убьет, мы просто начинаем спавнить юнитов с нее на 8 маны, а ходить 7-7 в атаку. Ага. Плохо. Еще пати. Там нам какой-нибудь полом надо вытащить с вами сейчас. 4-8 лайфлинг, нормально. Вот нам блитуна бы вытащить с вами, будет все хорошо. Конечно, сейчас сделает дро 4, ну куда деваться. Дро 3, точнее. Что-то в трех еще найдет, плюс подискардит. Я не могу ничего сказать про русскую версию, я не играю в русскую версию. Говорят, что он типа на АБТ дадут. К сожалению, не могу ответить. То есть вот, он сейчас что-то может найти, да, то есть ну, дро 3 плюс еще дро дискард, того 4. А сейчас он ответов, а не ремувалов у него, в принципе, много на нас. Плюс он может тупо ставить харбингеров и хилиться, на самом деле. То есть нам надо, чтобы Сераф какую-нибудь нам читерскую бомбу подняла с вами.
Так, 3, 4, 5, 6, 7. Ну да, в атаку можно ходить. Ну все, у нас типа карт нет. Нам сейчас нужны птички с вами. Нам нужны совы. Еще Mirror Image, да? Что, закомбят нас сейчас? Не закомбят, мы прям немножко не додавили. Еще один Кобли Ринг, да? То есть он может теперь... Так, нам сразу надо здесь салить, причем я посалю вот этого, иначе начнется комбо всякое. То есть нам нужны с вами птички. Тогда мы сможем что-то сделать. Ага, точно, подровый тут. А сейчас еще он птичек заберет, да? Ну и что у нас подровывает? Если птичек, то вообще жесть. Не, он земельк у нас подровал, кстати. Он нам топ-дек почистил, это хорошо. То есть у него 7 ходов, да? Одним летуном. Харшрул. Надо ли нам играть здесь харшрул? Да, наверное, надо играть харшрул. У нас с вами все довольно печально. Потому что у нас будет просто летуном бить. То есть его либо дискардить, либо играть. Я думаю, тут лучше мы зачистим, иначе он массой просто задавит, а мы сквозь него все равно сквозь достаточно пройдем. Проблема, что он может два дура дискарда сделать с кобальтрингами. По идее, можно засадить дикейта, получается. А, еще пати, да, еще больше дрова. Что, надо за два хода убил, да, сейчас? Если мы следующий ход не харшул не поднимаем, но он так сейчас поднимает 4 карты. То есть гифт нам, конечно, все поломал. Я думаю, не сильно поломал, но нет. Поломал. О, еще спаймастер и все. Вот и комба в один ход. Mirror Image. И еще комба в один ход. Да, прям в трех хитах остался и пошел все делать. Я думаю, нам добавить с вами надо просто дикеи, да, у нас три штучки дикеи есть. Не, просто хотя бы два дикея добавим. Берем одного мистика, берем одного маршала. Вам потом добавить нам не забудьте, да, одного маршала, одного мистика. Я не хочу сайдиться, да, хотя. Так, будь точнее, наверное, не будем путаться, да. Два. То есть протекты не нужны, спикеры не нужны. Дикея два. Хиллер Клок убрали. Водокина убрали. Убрали Stand Together. Мистика и Маршала, да, вот так вот. Да и я решил по-нормальному сделать все. Сейчас все раз чекнем на всякий случай. Чтоб там, а то есть не то, то можно проиграть. Да, интересно, да, он смог стабилизироваться и потом просто куча-куча дрова. То есть так мы сможем сбить, у него на гифт остался, сможем сбить один этот, поэтому
Ну да, я тут эту руку оставлю. Я надеюсь, два титана, четвертый ход и просто в лицо. То есть он тоже слаб довольно в начале, получается. Если нет дестача, он до седьмого хода довольно слабенький. Потом начинает уже комбить всякие. С их стороны мы хорошо играем, когда есть юниты в начале, да, то сейчас у нас, видите, два титана типа простаивают. То есть у нас больше силы, когда у нас какие-нибудь юниты, которых можем посалить сразу или еще что-нибудь сделать. Ну, гифт у него два Зиндель гифта, поэтому надо быть аккуратным. Помните про гифт. Блин, как сложно. Надо помнить про гифт, но одновременно надо помнить про комбо-связку зачистки стола, что либо мы все подискардим, либо нас все убьют. Чем я думаю, нам сейчас надо даже птичку, потому что, чтобы если что-то будет понизу, мы могли птичкой ходить. У нас есть три сала, что в принципе хорошо. Нам бы сейчас еще бы один stand together. Кстати, надо был stand together еще взять. Я на четвертый, поскольку у него, да, у него сильная комба получается. У него как бы там сильная комба. Нет, торч нам. Хотя давай. Нам бы еще убрать одного мистика и, например, взять Stand Together. Кстати, надо не забывать, что мы можем дать в титана сало и полететь на 7. Своего титана. То есть многие оппоненты этого не ожидают. То есть мы в конце хода даем титана сало и на 7 летим. Пойдем 7 в атаку, то хоть один пройдет. Чё, почему-то пропустил на 5, я не пойму, почему он пропустил на 5. Он думал, может быть, у нас защита есть, как бы. На самом деле я хочу здесь посаленсить, чтобы он не подровался потом у нас. Хотя на самом деле надо было сначала сходить в атаку, если честно, двумя. Да, и тогда бы он, может быть, пожалел отдавать этого с салом. Да, я опять поспешил, как обычно. Да-да-да, то есть не надо было салить, надо было сходить в атаку, просто в конце хода сыграл зачем-то, и ладно. А, ну да, в принципе, мы там бы не смогли разыграть. Может быть, я тут и глюч, а мы бы то нету поставили, а этого... Ну да, если я сам перемудряю. Надо ли менять одного на всех вот этих? Что-то мне кажется, не надо, да? То есть я пойду, он 3, 4, 5, 6, 7. То есть разменять всех? Нет. Не буду менять. Хотя, может быть, стоило в атаку сходить. Ну, не так много карт, он просто всех отдаст. Ага, теперь я вообще всех отдал. Ну, ладно, мы сейчас... Да, в итоге пришлось отдать всех так вот.
Потому что потом будет комба и нас убьют. Блин. А, парламент. Так, смотрите, я сейчас ставлю, убиваю его. Раз, два, за три хода, да? Если будет две птички... Нет, не факт, что нам земля придет. Давайте мы лучше сразу сыграем. Потому что она может еще нам не прийти, и мы просто потеряем темпы. А нам надо его давить. То есть, ну, три хода по воздуху есть. У него, конечно, Геральт есть. Раз блок, четыре хода, да? Плюс Дестрайки. То есть, мне опять не нравится, что у нас нету нифига ничего, а у него там подров. А земелька была, да? То есть, вот мы с вами и... Вот, сейчас было бы 8, у нас было бы 2 птички. Ну, минус ход. Поэтому... Бррр. Ну, кто знал. Рисковать было нельзя, в принципе. А зачем же я пробил-то? У него же этот... А, Дестрайка нет, он сейчас в пати сыграет просто. Точно. А, аннигилейт. А, бух. Что я сделал-то? Опять гифт. Вот нас и покомбили. Опять гифток пришел. Опять он чуть-чуть хп, и мы опять не дожали. Сейчас поставит кабалку, стукнет, поставит патьку. И будет все печально. Не, сейчас Аигис не буду сбивать. Мне надо его атаку держать. Иначе он нас очень быстро убьет. Если я его забью Аигис, просто он будет ходить в атаку и нас просто поубивает. Ну все, он теперь так побивает. Да, то сейчас патька пошла. Да. Боялся атаки, а получили комбу. Проигрываю я теперь вторую. Да. Ну вот, тут спрашивал АТК комбо, вот вариант с АТК комбо, плюс, видите, нормально играет колода. Ждите таких колод. Ее немножко переделали, чисто она. Нету прям быстрой комбы, зато она более стабильная. С возможностью в один ход убивать. Плюс всякие закрутки, видите, через кладбище. У меня вардена нету. Где наши вардены, которые блокируют кладбище? Сейчас он сыграет патьку. А, еще подроваться. Ну или так тоже логично. А, он просто хочет найти это. Лечу плюс молнию, чтобы мне стол зачистить. Приятно, когда у тебя гифт, а у соперника рука из 8 карт. Давайте мы, наверное, гифт нам собьем, да? Хотя нет, а что гифт? Он нам все играть надо каждый ход, правильно? То есть гифт нам ничего не даст. Соответственно, убьем ему один акалит. То есть гифта мы и так, что придет, мы поставим. То есть нам смысла нету. Конечно, можно, если мистик там подержать для земли, ну, нам... Вот это сейчас нам будет все доставать, что ему надо. И еще дровается. Вот все, пошла комба, да? Как вы просили. Все, закрутились. Mirror Image.
А, еще подролс. Но Mirror Image нет, походу, да? Ну, сейчас просто будет дроваться. Вот, Mirror Image, все. И закрутка в один ход. Опа, как раз. Вот, медведь. Вот, копирую колоду X Kirby. Вот тебе отличная колода, вот такая. Да. То есть, ну ты понял, где искать. Это вообще прикольно, да? Только ты спросил и получил. Так, раунд 3 уже сделали. Так, мы играем. Ищем себя. Мы играем с флешем. Флэш 2351. Так, и флэш у нас играет с вами на TPS Killers. Однако. TPS Killers. Нет, тут у нас турнир приходит, если посмотришь это. Сначала вот сетка, то есть там у нас швейцарская система в 6 туров. Когда много народу так проходит через швейцарку, тут то, что 60 человек участвует. То есть и внизу там список, да, по очкам. Соответственно, за победу 2, за ничью 1, за поражение 0, потом коэффициенты, и топ-8 дальше выходит, там без луз сетки просто. Обычно сингл элиминейшн, но БО3. Да, потом топ-3, но БО3. Ха-ха-ха. Там, наверное, народ больше этот фигел, что X-Kirby там появился. Как он там меня крутил просто, да? На своей комбе. То есть первый раз он вообще это улетел быстро, а потом в 3 хп отлетел, в 7 хп отлетел и крутил, вертел меня просто. Я говорю, а тут народ только спрашивал, есть вот такая комбо, я говорю, да есть вот одна такая Infiltrate Gunsmith, работает раз в 10 раз. И тут бац, против меня Кирби, и у него... Нет, там, я не помню, не знаю, какие коэффициенты, там Бугольц или Бергера, я не знаю, что там используется конкретно в этой системе. Какой-то там есть? А, там нет, почему там коэффициент Бугульса он есть, написано. Только почему-то все по нулям стоят, может быть, потом это будет. Там, видишь, счет, тайбрейк, коэффициент Бугульса, разница очков. Угу. Так, посмотрим колоду оппонента. Пермафрост, киллеры, аннигилейт, инстигатор, виспы, висперинг винды, даунволкеры, бисколлеры. Короче, сине-белая-черная колода на трэмпле, на киллерах, с кронозаврами, с цирса кристаллайзами. Однако. Ну, нормально. У нас, в принципе, есть дофига сайленсов, есть дофига... У нас есть с вами и ремуалы, есть, в принципе... У нас и блок кладбища. Плюс...
Так что шансы есть. Ну, шансы всегда есть. Ждем официального старта третьего этого. Да, сайдбор у него саботейджи, аннигилейты, бэкфлэши, лайтинг-штормы, еще кронозавр, да. То есть нам что может быть противно? Кронозавр на 6 убивающий титана. Летуны, в принципе, остальное плюс-минус у нами играется. Потом я запись посмотрю, как там этот народ хохотал, как Икскирби, наверное, там комментаторы веселились, как Икскирби разыгрывал все эти комбы свои. Надо запись будет посмотреть. Ну и что, то есть это у нас стандартный с вами получается УВ, который УВ киллер Сырса, только добавлен черный, ранее не делейт, инстигаторов и без колера амулетов. Вот так вот, вот. То есть наши основные кричи здесь это все-таки это Reality Warden, поскольку его скиллер мало кто убивает, его не убивает аннигилейт, он блокирует весь грейв, его не убивает кронозавр. Главное опять не пролететь по землям, как мы обычно любим это делать. Но это плата за то, что у меня 3 Reality Warden в мейне. Уменьшен дров, но есть Reality Warden. Поэтому не знаю пока как. В принципе, если два поражения на вид 6 туров, скорее всего, в топ-8 я не зайду. То есть нужен, можно только с одним поражением, наверное, пройти. С двумя будет, наверное, невозможно. Ну, Кирби, конечно, прикольная колодка вообще. Угу. Возьмите, надо будет ее попробовать. Потому что я считал, что Гансмит комбо, потому что чистая она, да, когда в Гансмита крутишься. Она, да, слабая. А тут много стабилизации. И, в принципе, если мы там на 10-й ход крутанемся не на 15-й, и 15-й, и на 6-й, ничего страшного не будет. Зато куча возможностей есть. Ну и снова у нее только есть Кобальт Ринг, получается, в деке. У нас Кирби сейчас пока идет на первом месте, как раз с кем мы играли. Анёрслин Ракан на втором. Бредикин на Чалисе как раз на пятом нормально идет. Я все деки не смотрел. Ну, потом надо будет посмотреть топовых игроков деки. В принципе, да, все в деке глянуть просто. Там 58 штук, их как-то можно прокрутить. А вроде будет... А! Все. Старт тура. Да, поехали третий тур, ребят. Чекаем на всякий случай еще раз деку. Да, это она. Мы там всем хотели поменять, но ничего не меняли в итоге. Да, мы оставляем. Тут два сала, они очень хороши против этой деки. То есть мы будем салить виспов, будем салить, например... Тут комбо, считай, висп на второй, потом стуканули в атаку, поставили биста 5-5, он виспа сразу же подробовал на 2, да, то есть это опасная связка. Нам надо это иметь в виду, если будет висп, нам надо держать под него маршала, чтобы не было этой комбы. Да, висп на второй, без колера амулет на третий, ходим, ставим биста 5-5, он делает висп ультимейт, да, берет две карты. Поэтому Silence здесь наше главное оружие, плюс Stand Together, поскольку она будет бафать титанов, и титаны не будут умирать у нас от карнозавров. Плюс от Сырса не будут умирать, поскольку заблокирует. Соответственно, сейчас может поставить 5-5 и подроваться, да, я предпочту, наверное, вот так сделать. Потому что если он сейчас поставит фальш принца, он подровывает две карты. Я это делать как бы не хочу. Можешь, конечно, попробовать подождать. Вдруг будет бесколер амулет, как я говорил, да? Он там шанс 50-50.
В одном случае мы выигрываем, а в другом случае мы проигрываем. Да, так вот, да, он подролл бы две карты. Тут, наверное, я поставлю птичку, чтобы делать дабл-блок. У него может сейчас быть проблема, что он кинет киллера просто и убьет нам кого-нибудь. То сейчас киллер и... Я бы мог поставить цирса и цирса с киллера делать. Это еще круче, потому что цирса будет висп еще один. Нам, наверное, тут, видите, у меня карт, здесь киллера нет, или он просто думает. То есть, нам придется салить его, а не титана, например. Потому что еще, если у него сейчас ничего лучше нету, да, то есть что-то там есть. А, все-таки амулет. Ага. Вопрос, да, что он хочет. То есть на титана мы поблокаем в любом случае с вами, да, на самом деле, поэтому... С другой стороны, мы сейчас можем с вами засалить титан и сходить на... Надо нам что-то... Нет. Я не хочу, чтобы он дровался. То есть я не хочу, чтобы он дровался. У нас с вами есть отличный мистик, который будет дровать. Плюс еще один титан. Нам не надо, чтобы он получал киллер. Блин. А! Все, мы отъехали. А! Все-таки отъехали. Ну ладно. Кристаллайз. Вопрос. Если мы ставим титана, он ходит еще в атаку на 6. Нет, нафиг надо. Давайте почистим стол, потому что мы ставим титана, он ходит, пробивает нас на шестерочку. Мы ее вынуждены будем пропускать, мы оставим 12 хп. И смысл что-то делать никакого нету, поэтому мы почистимся все. У нас есть мистик, который будет дровать, поэтому мы будем как бы адвантажить, да. Сначала подровываемся, посмотрим, может там у нас... Нет. Есть что, мы еще в конце хода прыгнем? Да. Правильно мы сделали харшрул. Смотрим опять сайдборд. Да, что у нас может быть? В принципе, водокин здесь очень долго. Протекты нам не... Протекты в одного это бесполезно. Я возьму один stand together, чтобы защищаться от кристаллайза. Соответственно, это у нас третья игра, да, сайдборд 3. То есть просто протект в одного это бессмысленно. Так, уберем voice of speakers. Водокины нам здесь не нужны. Хиллер-клоки. Дикеи здесь нам не нужны. Забивать амулеты смысла нету. Да, то есть мы оставим stand together. Надо ли нам один хиллер клок? Возможно, нам нужно два хиллер клока, чтобы делать жирными юнитов. Да, что у него там есть у нас? У него есть аннигилейты. Аннигилейты. У него нет дестрайков. То есть, соответственно, все реалити вардены, все эти чуваки, они нифига у нас не умрут. Поэтому я, наверное, уберу... Мистика. Возьму два хиллер клока. Возьму от Stand Together еще... Нет, хотя, в принципе, можно взять Stand Together, можно уменьшить... Вот так, 2-3 Stand Together... Да, то есть два хиллер клока, либо Stand Together и два мистика. То есть, насколько... Давайте мы лучше Stand Together. Наверное, даже вот так вот. Нам маршал здесь меньше нужен. Нам нужен мистик, чтобы он отвантажил потом. Или хиллер. Не, хиллер нам полезный будет на самом деле, потому что мы будем дико хиляться, а нам надо здесь дека хилей и стенка на стенку против киллеров стоять.
То есть мистик или... Не, мы убьем маршала. Да, уберем маршала. Чекнем еще раз талета дека, чтобы не ошибиться. Да. Потому что нам надо чантить титанов, чтобы их не убивал кронозавр. Плюс он также, да. Нет, хочется все-таки Саймонса на старт в руке иметь. Ну да, ну ладно. Потому что тут нам Саймонса очень важны в этой партии. Должен найти вторую белую, хотя есть, в принципе, может, у него все есть, поэтому белый, синий, отлично. То есть даже мы... Пермафрост, ну ладно. Пермафрост сюда не страшно. Конечно, у него будут аннигили... А что это у него, кстати? Да, аннигилейты будут, а больше у него дестрайков нету. Но у него в базе два кристаллайза, еще сайт. А зачем он так сделал? Чисто подроваться, немножко не пойму. Ну ладно, потому что у него никакого добивания же нету. Я не путаю, нет, не путаю. Энхиллера я сейчас ставить не буду, потому что если будут убивать титана, я сделаю сюда Stand Together, а на следующий ход я смогу и то, и то кастануть. Соответственно, посайлим здесь. Сходим им в атаку. Хиллера, наверное, смысла нету. Хотя, если мы... Нет, не будем хиллера. Нам не надо, чтобы титана убивали. Он нас здесь все держит. Да, то есть мы правильно с вами оставили, да? То есть мы в ответ на киллера... Правильно предположили. В ответ на киллера качнули, и он убился. Соответственно, он все, правда, пойдет в атаку, но я пропущу его настолько, мне не страшно сейчас. Я 4 саги самоставлю, но 4 не хочу меняться, потому что у нас сейчас с вами пойдет хиллер. Причем хиллером я заряжу вот этого, чтобы его еще один карнозавр не убил. Причем на самого себя кидать смысла нету, поскольку он и так умрет. А тут под Аегисом они. Плюс мы отблокаемся, что здесь с вами. Соответственно, нам что здесь делать? Не, на самом деле, блин, он ставит Серафа, но... Он убьет Серафа, да, киллером. Это опасно довольно. То есть, если мы сходим в атаку, он поблокает вот этими двумя. Правильно, он поблокает вот этими двумя. Я не могу никакой обилкой пользоваться. То есть, если я хожу в атаку, он блокирует этими двумя, я без титана. Хотя Стайна нельзя, надо поэкзостить его. Она не сможет экзоститься, поэтому не получится. Вот смотри даже. Сыграл землю, и обилки нету. Так бы, конечно, воспользовался. Мне надо ее поэкзостить, а она и так застанена. Обилку нельзя юзать, обилку под станом.
Видишь, нет ничего. Так, ходим в атаку. Он здесь дабл блок делает. Нет, нам надо стоять. Хотя могли поставить персерафа. Если он делал киллера, у него нет крича, да? То есть могли бы пойти, он двумя дабл блок. Он... Ходим серафом. Если он делает киллер серафа, мы ходим ему на 6 в лицо. Да, давайте мы попробуем так сделать. То есть надо было на ход раньше так делать. Мы телоход проиграли с вами. А, он нам отдал киллера. Отлично. То есть, возможно, у него есть еще один киллер, конечно. Но я это, мы это не знаем, поэтому... А так мы ход претевали, надо было раньше делать, получали бы темп лишний. Два без коллера. То есть он проходит на... Он ставит два биста. Страшны ли нам два биста на самом деле с вами? Страшны ли нам два биста? Два биста, а мы серафа кого-то призываем. Нет. Пусть он убивает. Не, нам не надо два биста. А он все равно призовет двух бистов, да? Как бы, что бы мы ни делали с вами. Потому что он на 7 идет в атаку. Только вот этого отдавать одного. Нет. Не блокаем. У него 6 атаки, то есть пусть двух бистов ставит, я поблокаю с кем-то. Но все равно мы отдадим, но два биста будут. У нас двух крич не будет, серафа не будет. О, отличный синтайтл. Поставили земельку. Он поставил еще одного. Отличный. А мы первый с вами же выиграли. Так что мы уже тут близко. Да, отличный просто чувак. 10-10 и призывает блокера. 10-10. То есть тут победа 2-0, да. А вот насчет этого серафа Феникс, это практически раньше был нерв. То есть раньше сераф, у него сейчас, да, там, потапай ее, да, по экзосте, заплати 8, призови. А раньше она была просто, призови юнита. То есть, соответственно, если у тебя 16 ман, ты мог 2 раза в ход призывать, и ты мог из-под стана это делать. Это буквально было 3 месяца так, а потом это месяца через 3 это пофиксили, поскольку она из-под стана жестко делала. Также вот эти даунволкеры, да, которые возвращаются с кладбища, когда играешь кричу с силы 5. То есть он сейчас выходит экзошенный, а раньше он выходил просто так. Например, на него вешали киллер, он кого-то убивал, отправился на кладбище, выходил титан, выходил опять даунволкер, он опять делал... А вот там был один патч, когда даунволкер, он выходит экзошенный, и сераф, она стала... Именно обилка заменилась. Раньше было P8 and... Призови юнита, а сейчас P8, экзост и призови юнита. Вот раньше, да, раньше работало, сейчас нет. То есть этот патч примерно где-то, ты здесь давно играешь? Это, мне кажется, февральский патч где-то был вот так вот. Да не, ничего страшного. Ну, да, просто. Если редко этим играешь.
принципе, шансы еще как бы есть, да, у нас, потому что для 6 побед, ой, для 6 раундов один раз можно проиграть. Два, наверное, уже нельзя проиграть, мне кажется. Либо там все так друг друга перепроиграют очень весело, что будут шансы или там ничьи, но это очень мало. Медитируем на пейзажике Этернала. Нормально, по крайней мере, это опыт, хороший опыт. Чем больше вы играете, тем вы опытнее становитесь. Если вы играете в турнирах, это еще больше опыта идет, как бы. Поэтому если у вас теперь есть время, да, вот ночь, суббота, на воскресенье, у вас есть какая-нибудь базовая дека, которую вы можете, да, даже просто что-то уже собрали, записывайтесь. Я говорю, опыт тут самое главное, это не карты, не это. Карты вы нафармите всегда себе. Вы увидите, главное вы не то, что сами посмотрите, вы увидите соперников, да, то есть турниры всегда там народ что-то пикает, либо ищет просто даже нетдекает, но сильные деки, да, то есть вы имеете как минимум, что ждет на следующую неделю вас, возможно, как бы. Ну, конечно, это обычно топ показывает, потому что все начинают копировать, но все равно. Тут ничего сложного в регистрации, в принципе, нет. Делается это все за 5 минут. Даже меньше. Нужен только Discord, чтобы все там читать. А Экскирби проиграл. Надо же. Денебор, Брузер Богат, Энгри Чикен. Кстати, интересно, Энгри Чикен тоже на Биг Камбрей, да? То есть это у нас, если у нас Unearthly, это топовый на Ракана, Энгри Чикен, да, он тоже на Биг Камбрее. У него, кстати, дека с Find Down, со студентами, у него дека со студентами, которые качаются. И плюс у него там есть обелиски. То есть там нет маршалов, которые этих, маршал Айрон Торном в мейне. Там минус один ванквиш, там есть протекты, два реалити вардена. Мне очень охота это между турнирчиками играть. Есть только поболтать что-нибудь. Что-то показать, может, какой-то вопрос есть, пока отвлекаемся, саму игру-то мы не играем, а посмотреть что-нибудь. Давайте мы где наш этот предыдущий соперник? Прям. Это просто пипец дека. Мне она очень понравилась, сейчас мы ее, да. Надо же. У меня даже на нее хватает карт, там Bad News, а у меня еще Bad News, оказывается, есть, интересно. Да, у меня даже, он еще писал, да, Bad News не сыграл, это вообще прикольно.
И, кстати, можно без гансмита на самом деле, не обязательно гансмит. То есть атакуешь Геральдом, когда у тебя кабал спеймастер, играешь Bad News, атакуешь Геральдом, играешь Bad News, атакуешь Геральдом. То есть атакуешь Геральдом, поднимаешь Bad News, сыграл ее. И вот в три карты, кстати, можно крутиться. То есть не надо Mirror Image, например, и гансмита. То есть еще одна закрутка есть через Bad News. Вообще прикольно, да? То есть можешь три карты крутиться, а не в четыре. Это немножко попроще. Плюс вот он добавил, считай, Death Touch. Хороший ранний блокер. Плюс добавил комбу Harbinger свечом с Lightning Storm, да, чтобы стол чистить. Три патьки. Слушай, вообще нормально. Я этот дек обязательно поиграю. Она мне очень понравилась. Умеют же люди билдить. Я вот бил уже так просто. Чем-то очевидные плюс-минусы порассуждать. А вот такие всякие идеи, это, конечно, очень здорово. То, что там, да, опять, если не будете смотреть, участвовать потом, то вы такие веселые деки не увидите. Да, вот если мы сейчас в турнире просто не участвовали бы и не попали бы на этого чувака, вот так бы как ответил, что ОТК комбо есть, и она так себе раздается, да, оказывается, она вполне себе играбельна с новыми картами, с немножко другой переделкой. То есть, мне кажется, это... Самое главное, мы узнали отличную новую деку за этот стрим. За этот стрим, да. Самое главное, еще многие народ сразу дропается, как бы, когда нет шансов, чтобы дальше не играть. Поэтому главное, чтобы с кем мы играли, они дальше продолжали играть, чтобы нормальный был коэффициент. Как у нас кто еще осталось, да? Раз, два, три, четыре, еще пять игр у нас еще осталось на самом деле. Конечно, можно посмотреть, в принципе, официалку. Ну, если честно, я как-то это... Хотя... Да, пока мы еще ничего не начали, например. Ого, как раз Наториуса посмотрим. Так, надеюсь, я отключил звук, да, чтобы ни эхо не было. Да, отключил, наверное. Прикольно, да, то есть... Наториус все-таки дек играет, да, блин. А у него синий вариант, прикольно у Летосворда. Прикольно там у него, конечно. Еще торч за ноль. Вообще красота. И еще один, да, если вы смотрите. Heart of Vault, Heart of Vault. Ой, две Find the Whale за ной, вообще божественно. Да уж. Серьезно у него там...
А торч за ноль в руке, да? Киллер, а там торч за ноль. Прикольно. Ну, 2 к 2 нормально. У этого, правда, там Light the Witness прикольный сейчас будет. Что там многие сыграли, еще остались. Ну, как раз Ильяк с Бредикином остался и... А, еще играют Наториус пока. Конца раунда что-то я не посмотрел сколько. А, в 22 минуты еще 13 минут. Ой. 15 минут до конца раунда, так что. Лифа Витнес, Найрон Торна, нормально вообще. Вообще прикольно. На землю пока не везет. 8 топ-8 будет после 6 раундов, и потом считай, да, четвертьфинал, полуфинал, финал. Еженедельные турниры, да, в топ-8 играется, и там уже best of 3, кажется. Я не доходил, почитаем там. Но должны играться. Дойдем, почитаем, если дойдем. А пока про лень, тут смотрю официальный стрим, там как раз Notorious сыграет с Letterworld'ом. Как раз дек, который Notorious, мы вчера, наверное, раз 7 на него попадались, на эту его деку. Причем Ракана мы одолевали его деку, а вот наши дек, который сейчас играем, мы эту деку не одолевали. Там совсем долго. А, слушай, он еще... Хм, 5 хп, конечно. Ай, Ванквиш. Да, там лейтгейм вообще сильный. Красно-бело-зеленые колоды. Просто пипец. Жестокий матч, конечно.
Big Units против Big Units, ё-моё. Тормозит иначе, да. Что, у них последняя игра осталась, да? Раз который транслирует. Долгая, конечно, у них. А, Notorious выиграл, написано. Все, есть раунд 4. Есть оппоненты. Смотрим, с кем мы играем раунд 4. Это у нас... какой-то Pumple Down. 1381. Смотрим, какой колоду он играет. TGP Midrange. То есть это у него... А, короче, у него дека как у нас, только у него есть синий. И синего там Коттаны, Wisdom of the Elder, есть Скорпион Васпы. Есть Light of Witness, если что, Дикеи. Ксенон Обелиски, вот, короче. Нормальная дека, то есть это, так сказать, апгрейднутая версия нашей с вами деки. Только она с синим. Там есть дро, нормально, да? То есть два ванквиша, калиты. Там есть васпы, поскольку атаковать надо будет опасно, да? Тот крипен васпы кивает. Аурик Рунхаммера две штуки. Угу. Понятно. А ну хоть и кристаллайза там нету. Уже хорошо. В принципе, здесь как раз мы можем пересадиться в воду комбу. Хотя, как вариант, конечно. Поскольку у нас практически миррор, и миррори можем разогнаться подальше через водокины. С ним в базовой версии у него, кстати, нету ни харш рулов, ни стенд тугезеров у него нету в базовой версии, что странно, и в сайде тоже нету. Может быть, нам водокомба тогда и не нужна. То есть мы сможем и от Лива Витнеса защитятся, и его столы чистить, в принципе. Надо будет подумать. Пока я не совсем понимаю, на самом деле,
что там нам ждать во второй партии. По идее, можно даже в докина крутануться, убрать этих. Да, поехали. Четвертый тур. То есть практически Mirror, но у него дополнительный дров, дополнительные утилити всякое. Может быть, на маршал здесь не нужны. Я только как антикоттон. Есть там Аури Крунхаммер, конечно, но за ними нет поиска, поэтому еще титан, да? Мы здесь стоим, мы еще, ну, придется хиллера потратить. Титан слишком опасный. 200 смотришь тирлисты, то РНГ Тернал на тирлисте. Тирлист, который можно глянуть. А так и Тернал Варкрай, какой-нибудь последний турнамент. И там все это посмотреть. Я сейчас просто турнир наиграюсь, я как-то это, если... Или напишу попозже. У нас тут типа мини-турнирчик, поэтому... Ай-яй-яй-яй-яй, как все печально-то. А-а-а. Разогнался, ну ладно. А, еще один обелиск. Ё-моё ж. Что, нам только Харшула поможет?
там придется на десятку пропускать. Хотя, а нет. Да, обелиски довольно прикольно у него дошли. Рано я ее потратил, да, харшулку. Сейчас тупо все отдаем и отдаем. А, пермафрост. Ну ладно. Идеи у него нету. У него массух мало, да, то есть нам что нужно? Протект я уберу. Надо ли нам дикей, чтобы эти близки? Ну это такое странно, чтобы ему близко пришел, нам дикей не пришел. Варданы, пермафросты всякие. Давайте мы рискнем, мы сыграем в водокомбо сайт. То есть пересадимся в водокомбо, а там как повезет. Потому что... Вот водокомбо, посмотрим, что с ней будет. По идее, нам харшулы здесь не нужны в водокомбе, поскольку мы сами, так сказать, расставляемся по кричам. Нам нужна здесь поздняя игра, нужна. Нам, по идее, надо перезакрутиться. Маны, по идее, у нас есть. Пермафрост, ладно. Получим на 2, это не страшно. Не, нам надо делать Find the Way, пока мы можем, еще успеем. Все, теперь нам надо только... Отлично, дроп земель есть, то есть на следующий ход Серафа, потом Маршала с землей, потом Мистика с землей. Теперь главное, чтобы у нас был Stand Together. Да, Stand Together есть, отлично. Полетел? Ну ладно, лети. Да, Маршал. Земельку. Убили. Так, нам теперь главное, чтобы... Да, две... земля пришла обыкновенная, нет, нам, блин, убили. Ну ладно. Обелиск пошел. Нам теперь главное не попасть под его Life and Witness, если он засейдил.
Поэтому мы не будем ставить титана, потому что нам нужна защита. Ладно. Видите, как пригодилось так. Его мистик. Чей мистик, мистичек, мистик? Как мистик, да? Ну, отлично, мы дроваемся еще раз. Сайлентим его мистика. Ходим на десяточку в атаку. На самом деле опять я спешу, надо было сходить сначала мистиком в атаку, если бы он разменялся, я бы засайнился этого и спокойно ходил дальше бы. То есть вот качнул он свой обелиск. Отлично, мы сначала... Так, 4, 3, сколько у нас с вами маны? То есть маны хватает. Нет, сначала сыграем так, все-таки подроваемся. Ой. Еще валькирия. Да, мы, наверное, ходим всеми в атаку. И все, наверное. У меня скорпион там есть, наверное. Ну ладно. Нет, не оказалось. Не знаю. Возможно, только скайкрак. Красно-синюю. Возможно. И то есть ты знаешь, что ты будешь собирать скайкрак. А так, в остальных карты так себе на самом деле. Да, я здесь откипну. Сейчас мы пойдем в разгон, если нам дадут. Или там будет сайленс, непонятно, но мы сейчас узнаем. Раз, два, три. Тебе главное всю эту ману, кучу маны, но и уметь утилизировать с вами. Что с вами куча земелек. Главное теперь все это правильно утилизировать. То есть, если нам пойдут маршалы мистики, мы просто удроваемся в усмерть. Главное не отъехать. Давай, я одного отдам. Пока не хочу получать здесь. Ну, блин, птичку на одну ставить. Но нам два хода пропустим. Давайте пропустим, в принципе. Подискардим, где плет от землю. Мы сможем теперь этого отдать, у нас уже дофига всего, хотя... Нам теперь надо какого-то утилизатора маны просто. То есть у нас ни один утилизатор не приехал с вами, да? Нам вот надо маршал или мистика, и все будет, ну, будет более-менее. Причем мы убрали харшрул. Мы, кстати, убрали с вами харшрул. Ну, давайте мы... Трэмпл опасно.
Что, еще опять землю что? Неужели на флудист нам дали? Ема! Это такой бред. Где хоть один утилизатор этих земель? Бля! Больше слов нет. Хе-хе-хе. 50% нормальный винрейт? Почему нет? Ну что, мы увидим еще чем-нибудь, кроме земель? Да. А, ну все, он юзает сейчас на следующий ход. Короче, мы просто сфейлили дико и не подняли вообще ничего. Мы одни земли подняли. То есть нам маршал или мистик и все. Ну 50%. А, 2-4. Да. Не подняли ничего. Хреново. Ты каким играл-то вообще? А, насчет, если ты еще здесь, добрый человек, есть сайт RNG Eternal по статьям по всем, и там есть тир-листы, есть сайт Eternal Warcry. Это база, база с деками, да? Соответственно, там персмотр турнирные деки и последние турниры топ-8. Ну, где примерно так. ETS турниры смотришь последние. Вот тебе, можно сказать, топовые деки на сегодня. Слушай, ну молодец. 169-е. Слушай, а ты что там у нас получил-то, получается? Не, ну это пока 169-й, да? То есть здесь могут откинуть, конечно, целый день. Ну, блин, 3 буста, ну да. Там же еще целый день. У тебя сколько по победам? Там есть кто-нибудь больше сделает? Да, конечно, я улетел нафиг здесь сильно. Ну, что-то все прям это, обелиски маршала просто раздаются. Все неплохо. Ну, не, даже синего, считаем, от него ничего не видели, как таковое. Да-да, они скинут, я думаю. Конечно, нет. Честно, кто-нибудь 9-0 делал вообще или нет? Вернемся пока на... Без армори с икарией. Но сейчас вот этот... Играют топы, любят вот такой вариант, например. Red Cambrai. Big Cambrai плюс... А, ну вообще отлично. Big Cambrai плюс Икария. Плюс этот Heart of Vault. Сейчас вот топ любит этот дек играть. Все играют почти. Ну, многие. Просто Икария хорошо ищется поиском, а поиск ищет и пушки и эти. Поэтому обычно Икария вместе с Армори. Как бы она подходит как финишер, а так вполне есть. Есть просто этот Ракана мидрейндж. Одно время делали. Там Икари, Джеки, например, есть. Пару штук. Икария Голд, который, да, вот на Биг Камбрей. Красно-бело-зеленая. То есть тоже бывает. Основу Биг Камбрея добавляешь, там просто на красной мощной криче.
так может типа ракан, ну есть типа ракана мидрейндж, он не такой популярный, но тоже можно, ему тоже бывает. Ильяк прикольный, конечно, дека играет. Типа TGP с синанами, обелисками, с кристаллайзом. Нормально так. Ну, он, у него весь прикол, что в Бекамбре именно, потому что как бы... Ну да, он дорогой, но просто получается, что как бы он нужен, потому что в Бекамбре есть Бекамбре, тоже Биг, да? То есть Ксинан, третий дроп легендарк, Титан нужен. То есть все, тут все легендарки, они все классные. Поэтому как бы... Тут вообще, да, бредоумя, да? Тут мифики, леги, да? То есть 6 комплектов легендарок это... Раз, два, три, четыре, пять, да, 6 комплектов легендарок, еще, еще в сайде его докину комплект. Но он для новичков слишком дорогая дека, причем она не сильно крутая, просто она дорогая, чтобы ей играть. Как ты видишь, она, блин, количество легендарок ничего не гарантирует, поэтому... Просто так получилось, что в бело-зеленом все такие деки — это легендарки, которые играбельные. В этом вся проблема в бело-зеленых цветах. Просто им так раздали легендарок. Есть еще, кстати, Dark Cambrai. То есть есть вот сейчас, как эти играют Red Cambrai, да? То есть это у нас то же самое, только тут еще и Кари, и Heart of Wall, да, тоже комплект еще залез сюда. Ну там так кладут. А, ну. Да, есть инфьюзер тоже его. Ну, это вот я скопировал у Наториуса колоду, чем он на турнире играет. Тут Дайга еще один есть. А есть, например, прикольный еще дека. Где он у меня? TGP Midre этот. Сейчас найду. Есть Dark Cambrai, так называемый, да? То есть это вот. Такой вариант. Здесь Макта. Например, да, то здесь нет маршалов мистиков, здесь более ранняя версия, здесь вот Макта лежат, комплектик, и Айнов еще лежат, комплектик, да, то есть вот такой Dark Cambrai. О, там, кстати, Eternal H4NS играет к Knucklebears'ам, вообще прикольно. А слушай, не пора, что ли Knucklebears есть? Eternal. Ну-ка мы посмотрим. Да, он играет Чали с контролем, играет... А, красный он что, украл, что ли? Откуда у него красный? А, Knuckleballs. Да, у него Knucklebonus есть, прикольно. Knucklebonus — это весело. Но это чисто весело, но в сайде лежит, ха-ха. Я просто параллельно сейчас смотрю, это официальный канал, да, если кто-то не в курсе. Ой. Хм. Аж, блин, кристаллайз на два хода, это все, блин. Там даже можно не ресетить все это. О, Курикс 16-16, забавно. Джека, не, ну были попытки раньше, была такая Икари Голд, типа как вот этот сейчас. Икари с красным, да, Биг Камбрей с красным. Там не было Heart of Vault'ов, там лежала одно время пара джеков, например. То есть похоже дека была, но пара джеков там лежала. Но сильного распространения не получили. Хотя, в принципе, карта неплохая. Чисто Silent Stun еще первый удар. Так, в среднем-то для средней игры она неплохая.
чалиса на чалиса, что-то много, да, типа TGP медведь. Чалиса без чалиса деки. Ну, в этих цветах они неплохо идут, смотрим на турнире сейчас. Channel. Ха-ха-ха-ха. Отлично доподровал. Вот еще одна чалис. Ну да, в топ мы уже, короче, с вами не войдем. Тоже два поражения есть. Это уже нереально, наверное. Ну еще две игры, конечно, сыграем, чтобы опыт оттуда набраться. Ну так, Notorious даже деку Heart of Icaria надвал. Red Cambrai, который. Ну, Heart, конечно, вообще классная карточка просто. А, чё мы? Время-то есть еще, да? Давай мы в Эвенте одну игрушку сыграем. А, стой, третий Эвент будет. Нет, тогда пока не надо, рано. Эти там еще долго эти будут играть двое. Чалис слишком долгая. Поэтому я ее не. Да, играет. В этом как там его нормально. Есть в моногрине он нормально играет. Там основная карта в моногрине, в принципе. Ну, одна из основных карт. Когда мона-зеленые летуны. Потому что там считай, одним атакуешь под протектом. Плюс сейчас в этом, в черно-зеленом играет с Бартолло, да, где у тебя Бартолло, это unblockable Aegis с эквипами Крича. И ты, считай, под него это. Тоже Аузбук нормально играет. То есть вот в этих двух деках он нормально, да, заходит прям. Моногрин летуны, они, кстати, вообще тоже ничего как колода, они без легендарок, да, и в принципе они это нормально залетают, то есть там летуны, как раз соусбуки, протекты, раскачки, эквипы, которым Hammer of Might, плюс по зеленому, который качает все. Нормально, в принципе, так дечка, не сильно прям ужасная. То есть даже как-то пару недель назад она этот турнирчик выиграла, вот этот ETS-ный моногрин. Можешь посмотреть там. Три шель турнира назад, кажется. Эх, там сейчас, конечно, Девойер какой-нибудь.
Или калис. Во, калис сейчас будет вообще шикарный на самом деле. Если у нас сейчас зайдет калис. Ну давай. Кстати, можно, например, на 11 ман даже своровать и призвать кого-нибудь по приколу. Да нет, у меня можно не блокироваться, в принципе. Нам нужен этот калис. И будет все хорошо. Ну ладно, ничего страшного. Чё мы там? Не, пока рано. Нам нужна пушка. Да, конечно, там у этого Ильика прям студент. Сырса, сырса, сырса. Ну ладно, минус дестач. Где у нас что-нибудь? Непонятно. Видите, мы можем так внезапно дойти и потом на 5 ему стукнуть. Если он будет нас так продолжать атаковать, хотя вряд ли. Ё-моё ж. Дреджер, да? Ну ладно. Это прикольнее. Что там еще не кончился раунд? Нет, еще. Их, ну так неинтересно. Блин, 12 пух нам сейчас вообще не нужно. Блин, мы сейчас такое уже не осилим. Или абрак, а абрак мы сегодня не положили. Ну да, здесь какой-то столинг такой, мы здесь уже не вылезем никак. Да, тут ничего не будет. Ну да, стал, в принципе, одна игра, только вот эти реакции Торнал, койка, которых транслирует. А, не получилось пофаниться. Что-то нам Витчин калец не дали. Давай еще раз. Ничего страшного.
Еще успеем пофармить, там повыше подняться, какой-нибудь более стабильной декой. Что там как Тони Джи идет у нас. Наториус, блин, его дек, конечно, вообще пипец. Все смотрят, либо все в эвенте. Честно, осталась она тут у меня. Это у меня была моногрин. Я, наверное, я ее удалил. Наигрался я в свое время. Хорошо бы дожить, чтобы нас не убили. Хотя, наверное, надо было это все-таки. Сначала синенькую, да, получать было. Нормально. А, мы тут уже все, да? А вдруг есть шанс? Нет, шанса нет на самом деле. Слишком все быстро произошло, и сейчас еще что-то торч будет. Ты кидаешь, а в принципе у них еще одна игра идет. Я ж не такой уж критик. Так. Да, эти долго там будут играть. Чарльз еще долго могут играть между собой. Как Knucklebones пытается использовать, мне интересно все это. Что у нас, остальный стрим отвалился, что ли, у них?
Что-то странно у них с каналом. То есть кидаешь, что через подбин самое удобное, да, скидывать. Два чалица будут играть и играть, ужас. Типа Наториус пока хостит ее. Ой, это... Он такую ссылку поймет? Надо же, понял. Собрали из того, что было, как бы. Тут надо пробовать, в принципе, что у тебя тут. Не, ну слушайте, по типу того, как этот. У этих же, да, красно-бело-зеленое. Ну тут тебе... Явно, что минус, гранит-монумент. У тебя дека не агра, гранит-монумент только в агру. Тебе он в 4, крич 4-1 с чаржем не поможет вообще, поэтому убираешь монументы, это сразу. То есть они вообще бесполезные. То есть они играют только в агро-деках. Все, больше они нигде не играют. Даже за 5-4-1 в эту деку это ни о чем. Убирай два монумента, клади просто там. Две красных земельки, и будет тебе счастье. Возможно, у тебя куча ранней игры, у тебя Temple Scribe, Торчи, Акалит и Даунволкер, и, возможно, тебе не нужны Sword of Icaria. Возможно, их можно в 4-1 мечики, да, которые... Если у тебя есть, конечно. То есть Sword of Icaria это ранняя игра, ты в ранней игре никого не давишь, да, то есть, по идее, это они хороши. Вракан, они как поддержка, как ремувал. У тебя, в принципе, тоже как ремувал. Но у тебя и так начальные нормальные. Есть игра, ты никого не давишь. И поэтому, наверное, нет смысла с World of Icaria здесь. Возможно, лучше взять там или маршалов, либо этих хиллеров. Потому что у тебя основная это титаны, граундбрейкеры, даунволкеры, облитерейты, маги, шаттерглаз. То есть, не знаю, просто попробуй поиграть, как это будет выглядеть. Просто Sword of Icaria, наверное, здесь она не совсем в тему. Потому что у тебя третий ход, он как-то не сильно здесь нужен, именно вот. Нет, можно 4 маршала, можно 4 молотка, можно 2 на 2 положить. Ты поп... Нет, смотри, я же не знаю на самом деле, как. Попробуй поиграть, то есть, как тебе Sword of Icaria будут заходить, не заходить. Если они тебе нормально, то есть, убери вот здесь, в принципе, только 2 гранитки и все. Попробуй поиграй. Если Sword of Icaria будет заходить тебе, играй в Sword of Icaria. Возможно, сейчас в мету с кем-то будешь, он будет хорош. В принципе, он сейчас в Sword of Icaria где тебе может помочь довольно сильно? Это против Скайкрага, поскольку там Аегисы.
Да, если скайкрак часто встречается. Плюс против этого зеленый-черный, где у тебя этот Бартоло всякие Саигис Манблокабл. Поэтому попробуй не трогать. Сейчас скайкраги часто встречаются, зеленый-черный тоже часто. Ой, зеленый-черный тоже часто встречаются. То есть только две гранитки замени на две земельки. Так, и попробуй погонять. Просто сейчас мета будет из скайкрагов, и карри вообще отлично. Если из Бартола, и карри тоже отлично. Поэтому пробуй. Явно здесь плохой только монумент, и все. Больше ничего. Так, раунд 5, ребят, начался. С кем мы там играем? О, я играю с Тони Джи! Ё-моё, Тони! Это же Тони Джи! Ё-моё, мой любимый стример. Он опять на армории. Даже самим Тонько играем. Но он, как обычно, армори с комплектом статуари мейденов. Это у нас есть у нас Unearthly, это топовый на Ракана, Angry Chicken топовый на Камбрей, то Тони Джи это у нас топовый игрок на армори. Там Weapon and Крича. Релики не таскают. То есть вепоны, релик вепоны. Ох, арморка. Это он мастер арморки. И карри у него одна. Но в принципе. Коин стандартный, он только добавил комплект мейденов в армори, чтобы бороться с праксисом. То мы знаем, что там зайдут дикей, в принципе. Хотя, в принципе, у нас и это нормально на самом деле все. Стэш. Дальше. Варден. Арморка. Насколько нам Вардену нужны, чтобы стэш отключать? С ней против пук нормальный, да? 7-7, поскольку... Дурочка такая. Нам надо, наверное, будет убрать там маршалов, мистиков, дикеев сайдить. Да, сейчас будет веселая игра. Изначально хорошо, у него только два слея и масс ремувалы, поэтому... То есть у нас сразу отсайд будет харш рул и всайживание трех дикеев и одного этого stand together. То есть сайт у нас сразу понятный с вами против армори. Значит, с вами только 64 бесполезных скилла, это харш рулы с пола и все. Остальное все более-менее.
тоже 2-2 идет. Ха-ха-ха-ха-ха. Однако рука. А, есть эти прикольные. То есть мне одни земли приходят, ему только зеленая пришла. Сразу, да, он прям так. Тут надо ставить маршала, поскольку у нас как слей. Ну ладно. Может будет пушка 4-1, но есть что мы потратим на это. Давайте сходим. Если есть там враз, то пусть будет враз. Походу у него там ничего нету, да? Ну, защитим сразу. Враз он их не убивает, поэтому ставим спокойно. Мистик, если будет враз, просто два пройдут в атаку. Атаку. То есть нам сразу здесь не нужны протекты. Нам не нужны с вами здесь харш-рулы вообще никак. Не нужен здесь водокин. Не нужен здесь Voice of Speaker. И нам здесь не нужны ванквиши. Блин. То есть ванквиш нам здесь вообще не... А, не нужны ванквиши против Икарии. Так, сейчас надо подумать. То есть водокин уходит. Спикер уходит. Харшрулы уходят. Дикей вот нам нужны. Да, дикей нам нужны, все правильно.
То есть нам не нужны ванквиши. Или, ну, как мы Икари будем убивать, да? Кстати, если будет Икари, что мы сделаем с Икарией? Чисто не допускать Икари. Но на Икарию два ванквиша, это слишком жирно. Да, то есть мы уберем вообще все ремувалы. Потому что у меня все Крич с Аегисом. А Мейден мы и так не убиваем, в принципе. Теоретически. Поэтому попробуем вот так вот сыграть. Хотя это, конечно, опасно, но попробуем. Потому что сколько мы там ремувалов сделаем, непонятно. Харшулы не бесполезны полностью. Ну, блин, я не могу сыграть. Ну, блин, все у меня все Кричи с Аегисом. Мейден одна пугает. Ну, у нас 8 салы есть, в принципе, да, поэтому я надеюсь. Давайте рискнем. У нас есть третий убить. Раз копки пошли, нормально, квори избавился, это хорошо. Ну и поставим титана. Ремувал всегда есть, ремувал, поэтому... Никуда от него не деться. А Крич ставить надо. Будет 4-1 молоток, ну и куда? Да, 4-1 молоток, ну. Да, зеленый нам не дали. Вторую. Ну все, он пошел за Икарий или там за Дайша. Я пропущу на 4 этого мяча. Нам нужно зелененькую найти, да. То есть он то Шикари много, он нашел дальше, скорее всего. Слей, ё-моё. Там раскачка дикая у него сейчас. Сидишь, он не нашел Икарию, хотя с таким количеством маном.
Фу. Да. Мой любимый Тони. Ох. Отлично. Ну, конечно, два подряд Stand Together. А он два подряд Харшула. Я, короче, выиграл сейчас это, кого я смотрю, моего любимого чувака. Я играл окраину, я, правда, это сейчас не попадаю, конечно, в этот финал, наверное. Почему? Потому что у меня два поражения, твое поражение, если я сейчас не стану еще одну сыграть, если я выиграю, чтобы дико очень повезло. Тогда попадешь в финал? Да. И до скольки финал ты будешь? Не знаю. Наверное, ты не старайся. Там все слышишь, ну ладно. Ты уже привыкшая. Да. А? Да. То я ему подсунул, он тогда дек доктора, я ему подсунул реаниматора своего, по игре реаниматором. Ему еще пришлось скрафтить Найтма у одного, потратить 3200 пыли. Тут сыграл он 2-3, конечно, он там фейлил, но прикольно. Но мне, конечно, да, просто два этих зашло. Это Харшул, Stand Together, Харшул, Stand Together. Я прям держал, кстати, до последнего вот эту. Дикей, я все-таки думал, что он нашел эту. Star Steel Dation 7-5, держал до него, пропустил сколько ходов. А в итоге прям отлично вышло. С ним довольно быстро сыграли, конечно, да. Ну ладно, по крайней мере, тут уже получше, чем в предыдущий раз получается, в общем-то. Он как раз там топовый. Notorious с браузером BNG. Попалим заодно Notorious'а. Ну, конечно, колода классная, да? Ну, я вот на Big Cambrai не могу его колоду выиграть, а вот на Rakan я успеваю выиграть. Что интересно. То есть мы играли где-то играешь 8, да, сколько? Вчера и сегодня. Big Cambrai, он просто чуть-чуть ему дашь развиться, это все. А Бартоло, конечно, пипец. А вот его. Да. Вот Бартолло, да, офигенно сейчас на стриме официальном. 4-1 на Бартолко и еще. Да, конечно, офигенно этот черно-зеленый, кажется, Бартолло. Вообще классная карта, мне очень нравится. Еще у него ульты нету, но она сама по себе крутая карта. Даже это бесполезно ульта найти релик, а так просто супер. То есть надо, чтобы его заблокать. Это хоть лучше, чем птичка, поскольку птичка летающая, ее можно заблокать, опустить, а он анблока был Аегис.
просто прошло и сквозь все. А что, в стрим у нас выключился, что ли, получается, да? Ну как тебе, Михаил, пригодились сварды в Икарии просто? Пока, ну сколько ты игр поиграл, да? То есть попробуй. То есть если будет много. Вот и вот Бартол, как сейчас играет, то есть очень мощная дека, черно-зеленая. То есть Бартолы, просто ставишь Бартолы, ты его сварды в Икарии, все. Нормально, остальным ты с ним будешь мучиться, разбираться. Икария, да. Это пипец, конечно. У меня-то не хоть плохо получалось, когда я пробовал, то есть вот тестировал, мне как-то на Big Cambrai лучше, чем на этом. На его. Вот, видишь, ты сам просто играешь и понимаешь, что тебе надо. Поскольку у тебя ранняя игра это, да, то есть ранняя игра, в принципе, и так у тебя хорошая. Да, да, кстати, челлендж с ними, то есть ты убиваешь Титана, ты убиваешь Карнозавра, ты убиваешь Цирса, ты убиваешь Мистик, который только вышел, убиваешь Маршала, с челленджем много всего, да, у них. Получается... Они, конечно, на ход позже, но они делают то же самое, что в World of Icaria. Warcraft не так критичен, получается. И что третий дроп, а не четвертый, это все-таки лейтгеймовская версия, так что тоже, наверное. Ну, вот. Просто играй, меняй карты туда-сюда. Тут посадил, там поменялся, а в итоге это... Уже вывел себе деку. То, что говорить можно много, а на деле показывает... Себя все по-другому может показывать. В мете тоже все такое. То есть ты набираешь, то проще это набрать в игре и через сервис Pastebin просто вставить, которая и самая удобная. Чем ты в этом? Ну, если, конечно, хочешь кому-то показать, там совсем потом ссылки, но.
Потому что торчи, кстати, наверное, можно побольше. Хотя, в принципе, блин, торчи обычно привыкли себе по 4 класть. Я тоже на автомате кладу их по 4, а с другой стороны... Можно, кстати, поскольку ты это все-таки такая лайтовая дечка, у тебя шестой дроп хорошо загружен, можешь попробовать, например, еще поиграться, убрать облитерейт и добавить фаербласты, поскольку они на шести манах, да, то есть уже фаербласт тоже самый практически, ну, конечно, он сквозь юнита не бьет, но фаербласт в лейтовой игре, он посильнее облитерейта будет, облитерейт больше в мидовой игре. То есть можешь еще попробовать туда-сюда погонять эти две карточки. Потому что они... Кому мы еще одну игру проиграли? А. Точно. Ну, этот, который. Как там его? Bruised Bad Guide. Мы сегодня, кстати, с ним это, раза 4 играли на этом. В ранките. У него классная дечка. У Bruiser, да, я знаю. Мы с ним раза 4, наверное, играли. Там еще, да, еще играет игры. Кто-то один.
все, станет еще какая-то у них одна игра. Даже две анверсы с Брадикином. А вот у нас официальный канал опять подъехал обратно. Конечно, Чарли с этим. Интересно. Знаете, что народ пишет? ЕСВ у нас делал 9-0 на Бёрнквине. В Эвенте. Молодец, а я к виной вроде никак. Он птичку-то не ставит, вообще не пойму.
Надо же, Анверсли, так, в принципе, это... Что, поднимет Харшул, не поднимет Харшул? Харшул поднял все-таки. Ха-ха-ха-ха, дракона поднял. Ха-ха-ха-ха, Икви прям божественная. Нифига себе он вытащил, да? Смотрите все, кто там? Официальный стрим, да? Как и Анверсли это камбэкнул просто. Интересно вообще. Сянишни у нас только остались, получается. Главное, Ракан одолел Чалица, да, в долгой игре. Это вообще просто. Не, ну Ракана получается классные игры. Он, считай, он играет себя только одним Ракана. Вообще замечательно.
нету. Что зависло? Стрим завис или это у меня инет завис? И вроде у меня чат пашет, значит это... Да, что-то это. Значит, опять какие-то проблемы со стримом на официалке. Второй раз что-то не отваливается. А, нет, отвер нормально вернулись. Кстати, когда меня с X-Kirby транслировали, тоже там что-то долго задержки были всякие. Конечно, там дракончик на руке, это очень круто. Ох ты! Сколько сейчас ему внесет просто. Сколько сейчас урона будет, жесть. 14 урона. Ну ладно, минус 6. А, чё ж ты вылетаешь, там такой момент. Давай перезагружайся. Подхожу. 14. А, у нас был и дракончик. Мне кажется, он добьет. Если стрим отвиснет. А, Notorious, кстати, хостит. Если что, Notorious хостит. Что-то какой-то глюк. Да, офигенно он его выиграл. Thank you.
да, нормально. Чё, последний раунд? С кем мы там? Маньяк какой-то. Маньяк 36-58. О, мы играем против Скайкрага. Мы играем против Скайкрага. Это Скайкраг. Пермафрост, Перманайт, Торч, Бэклэш, Чемпионов Фури, Калиб Фавор, Акан Аутлок, Хайер. Это Скайкраг Бурн. Кстати, это хуже, чем Скайкраг Агро у нас. Потому что он с Харьерами и с Облитерейтами, с Граундбрейкерами. Мы с Агрой, с Агро Скайкрагом очень хорошо расправляемся. А вот с таким вариантом, но... Мы на 25-м, мы в топ-8, мне кажется, мы никак не зайдем, поскольку там... Вообще фигово у нас коэффициенты. То есть, а с Бурном нам будет хуже, кстати, намного. Нам нужны будут протекты на инсайде, потому что там будут облитерейты в нас лететь. В сайде еще, блин, Soulfire Drake, полиморфы, кристаллайзы. То есть Скайкраг Бур, не Скайкраг Агро. Добавь еще этот. Значит, таракана баннер добавь. И будет и красная, и зеленая одна еще земелька. Займи какую-нибудь одну красную на красно-зеленую или что-нибудь такое. Ладно, поехали. Против Скайкрага. Жалко, что это не агро. Агру вообще это изи дека для нас, а бурна это для нас плохая дека. Можем попробовать себе его атаковать. На, давай. Ха.
Че, фас пылы, у меня там только торчи. А, калиб этот еще. Бэклэш, у него 4 бэклэша. Четыре бэклэша у него, надо же. Что, будет бэклэш? Да, сейчас будет бэклэш. А, нет. Не, пока, наверное, обгонять не стоит. Что-то мы это тут заехались чуть-чуть. Тут маршалы нормально, да? Под станом стоит, да стоит. Ладно, давай посмотрим. Торч, ну ничего страшного. Все разменяли торч на титана, но ничего. Ну да, хил не сработал, ну ладно. А фиг знает вместо чего варданы вообще. Нету всяких Temple Scribe'ов там. Да, слышит он меня или нет. Нужны ли нам Stand Together, Healer Clock и Protect здесь? Если нужны, то нужны ли вместо чего? В принципе, он бурн, но он нам время дает. То есть он не такой быстрый агровый вариант. Да, чтобы, например, нам убирать отсюда что-нибудь. То есть маршалов и этих мистиков. В принципе, нормально, под бурну разгоняемся. Может, конечно, полный протект уйти. Не, ну между крич не хочет и меньше делать. Можно, конечно, пару протектов взять, убрать, например, мистиков. То есть мистика маршала одного убрать, взять пару протектов, да, то есть. Для примера. Хиллер, не, неохота крич урезать ради спылов, в этом-то вся проблема. Тебе хиллер клок, по идее, против агры нам нормально, да нам все... Протект от бурна спасет, пермафрост спасет.
С одной стороны, у него граундбрейкера, поэтому мы можем и не хилиться, да, с хиллер клока. Давайте мы засадим один протект и возьмем минус маршал, минус мистик. Но мы два протекта от облитерейтов и от пермафростов защитимся. Потому что хилиться не факт, что у нас получится. Начало, Сераф, find the way. Хороший начал. Нет, мне хочется крич. Вначале нам нужны кричи. Нам нужны кричи, блин, чтобы отблокаться. Ну ладно. Получилось хуже. Хотя, в принципе, хиллер вышел. Вышел хиллер из тумана. Да, наверное, надо хит-блокать не будем, если там будет эквипчик, у нас просто убьет. Много не пропускать. Главное, чтобы один ход у нас прожил, и все. Один ход, чтобы он был живой. Блин. Ну ладно. Это получше, конечно. Не хочу полиморф титана. Не, мистика мы с этим не сыграем, да, поэтому давайте мы сходим в атаку сначала. Наверное, здесь сыграем, поскольку я хочу спокойно ставить его и не париться. Да. Можете там сходить в атаку, разменяться на двоих на самом деле, да? На 4 и на 2, и на Вадиуса. Одиннадцать, да, у него 3, 2, 4, да, не пробивает. Поэтому будем ходить в атаку. У него на 9.
Не будем снимать с этого Эгис. У нас просто титанчик пойдет. Наверное, может эти титаны разменять. То есть он этого отдаст и еще вот этого отдадим до одного титана с вами. Да, давайте, наверное. Хотя зачем? Мы еще успеем, наверное. Хотя можно титаны. Да, да, поставим птичек. Успеем мы титанов еще сыграть. Давай, если он отдаст его, то... Потому что это опаснее нам чакрам. Так у нас взлетят все птички на следующий ход. Надо надежно играть, да? Что, будет что-нибудь сейчас Flame Blast? Не.